В моих руках такой балансир интересный, довольно старый, он уже давно в производстве. Аквашучка. Длину она 74 мм и вес 17 грамм. Почему такого размера? В среднем щука за год вырастает 5-7 сантиметров. И тут как раз точно идеальная копия щуки-одногодки. Так как щучек маленьких любят все. И окуня, и щуки, и судаки. Супруге уже удалось его разловить окунем. И главное, как этот балансир играет. Так, здесь такие заросли. И иногда окунь ходит здесь. Самое интересное, когда она возвращается в исходную точку, она сперва боком, а потом разворачивается. То есть дополнительное привлечение. Так, травка. Так, вон окунь уже подошел. Интересно, что здесь у меня происходит. Ну, я бы сказал, оригинальная игра за счет того, что когда возвращается в исходную точку, она в сторону уходит, из стороны в сторону. Работает также на коротких взмахах и на больших. В больших она довольно далеко улетает. Размер балансира не под этого окуня, поэтому он и не берет. Балансир рабочий, называется проверен годами и многими пользователями.